Новые объекты образования, спортивные комплексы, свыше 800 тысяч новых квадратных метров жилья. Нур-Отан продолжает активную реализацию предвыборных обещаний, данных жителям Мангистауской области. Сегодня регион посетил первый заместитель председателя партии Бауржан Байбек, где он побывал на нескольких новых социальных объектах. Новый детский сад в ауле имени Саина Шапагатова Тупкараганского района построен за счет частных инвестиций. Здесь маленькие сельчане под надежным присмотром. Условия старались создать не только для детей, но и для преподавателей. Бауржан Байбек поговорил с коллективом, узнал об условиях труда и о жизни в селе в целом. Наш ребенок попал сюда по очереди. Наш сын постоянно хвалит свой сад. От лица родителей хотим сказать спасибо. В рамках предвыборных обещаний партии в Мангистауской области с начала года уже открыто 18 дошкольных учреждений, отремонтировано 28 школ. Запланированные до 2025 года мероприятия выполнены почти на треть. Нур-Отан – это партия реальных дел. Мы делаем конкретные шаги по реализации предвыборной программы, в которой особое внимание уделяется обеспечению детей образованием. В последующие 4 года в регионе появится 89 новых детских садов и 81 школа. Новые спортивные возможности открылись и для детей села Акшукур. В современном спорткомплексе Сулеймен местная молодежь теперь может заниматься борьбой, дзюдо, карате, художественной гимнастикой, плаванием и другими видами спорта. Сегодня же на внеочередной конференции новым председателем областного филиала Нур-Отан избран Нурлан Ногаев. Партия намерена продолжить работу по качественному исполнению предвыборных обязательств даже в самых отдаленных районах. Олег Ужегалиева, итоги дня.